Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. Ну что, дорогие друзья, в ночь с 9 на 10 сентября у нас были первые заморозки. Да такие, что прихватило даже верхние листы капусты. Ой, что-то какая-то аномалия в этом году с погодой. Но, тем не менее, несмотря на засушливое лето и холодную весну, и вот теперь такие ранние заморозки, все равно урожай хороший и капусты тоже. Но у меня будет опыт на следующий год, как выяснилось при общении с моей подругой Мариночкой Мисан. Она сказала, что у меня средний сорт капусты. Лучше бы, конечно, я посадила зимнюю капусту, поздний сорт. Но ничего, какая уродила, такая и уродила. Я вам там показывала, что треснутые головки, они начинались трескаться одна за одной. Из 20 головок уже было 3 треснутых, а тут еще этот мороз. В общем, я решила ее всю срезать и поняла, что хранить я ее не смогу в зиму. То есть она не сохранится. Во-первых, слизней было на нижних листах очень много, да даже такие, которые и пробрались и в саму капусту. И я вижу, что она, ну, не будет она лежать. Что я решила сделать? Я решила ее всю закрыть в банке. Вот здесь у меня стоит, и вот сколько это, здесь 4 банки, в терраске там много банок. В общем, в итоге я потом скажу, сколько всего получилось, и хочу поделиться с вами этим рецептом. Я думаю, что будет вкусно. Значит, на 3-литровую банку я кладу 3 столовые ложки без горки, прям пальчиком так вот насыпаю в соль в ложку и пальчиком верхушку убираю. Вот 3 столовые ложки без горки соли, 3 столовые ложки уже с горкой сахара, это на 3-литровую банку, и 2 таблетки аспирина. Вчера опять ходила за аспирином. У нас дешевый аспирин по 15 рублей 20 таблеток. Вот купила еще 2 упаковочки. Несколько баночек я закрыла помидорок с аспирином. И вот теперь капусту. Вы скажете, ну химия, друзья. Во-первых, аспирин разжижает кровь. Во-вторых, 2 таблетки на такую 3-литровую банку, я думаю, что это немного. Да, и еще. Значит, 3 столовые ложки соли без горки, 3 столовые ложки с горкой сахара, 2 таблетки аспирина и чайная ложка уксусной кислоты 70%. У нас в пятерке вот такая кислота, причем я проверяла, кислота, ну, настоящая, бывает некачественная кислота. Как ее проверить, друзья, тоже совет. Положите в морозильную камеру, если замерзнет жидкость с уксусной кислотой, значит, это там не кислота. И могут взорвать, особенно вот огурцы, они, ну, как бы такие капризные. Эта кислота хорошая и недорогая. Вот в чайную ложечку на вот такую банку, 3-литровую банку капусты. Потом я, в общем, набиваю банку плотно-плотно и оставляю, ну вот видите, сколько здесь места, это для того, чтобы положить сюда потом сахар, соль и вот чайную ложку уксусной кислоты. Купила я у нас в Чаплыгине, здесь есть такой магазин, ну он мебельный, но там как все для дома. Вот такой тазик за 320 рублей. Как же он меня выручает. Все салаты, вот капусту сейчас вот здесь хорошо смешивать с морковочкой. В общем, красота. Вот осталось дорезать у меня
все, что вы видите на столе, вот эту капусту, я уже ее очистила, верхние листы вымыла и режу. Вот это вот классная, я вам уже показывала, классная штука. Это овощерезка, ой, овощечистка, вот, вот эта часть. А вот этой частью это режет, ну, вот такими длинненькими морковочку. Все, что уже невозможно порезать вот этой вот овощерезкой, я, конечно, дотираю потом на вот этой терке. Но очень красиво получается в баночке. Вот, посмотрите, вот эта вот соломка, ну, морковка по-корейски, я ее называю, эту терку, терка для морковки по-корейски. Очень такие длинные, красивые морковинки получаются. В общем, красиво выглядит, ну и думаю, что аппетитно будет это все зимой поедать. Так что у меня теперь голова не болит, как хранить капусту. А то я уже Лешику заказала, говорю: Лешик, купи пищевую пленку. Тоже вычитала где-то в интернете или увидела, что морковку в пищевую пленку можно завернуть и капусту. Но опять же, если капуста у вас плотная и ну, зимний сорт, тогда да. В общем, пищевая пленка отпадает. Теперь вся моя капуста в банках. И вот решила еще попробовать замариновать вместе с капустой лучок. Вот миленький лучок почистила, положила на дно стерильной банки. Хотя я не вижу смысла в этом рецепте стерилизовать банки, потому что капуста у нас не стерильная. Мы ее не стерилизуем в банках, поэтому какой смысл банку стерилизовать? Ну а там, смотрите, для большего успокоения, может быть, и простерилизуйте. В общем, пару баночек сделаю с лучком, с маринованным лучком вот на дне. В какие-то банки я еще добавляла перец горошком, на дно клала. В какие-то добавляла несколько вот таких вот штучек гвоздички. В общем, все пробую опытным путем. На следующий год решу, как лучше. Друзья, как же удобно вот эта труба. Гибкий шланг на мойке. Вот поставила кастрюлю на столешницу. И она у меня стоит громадная, естественно, в раковину она не поместится. Гибким шлангом этим сюда направила, набираю воду, это вот как раз для капусты, потому что банок много. Вот такую 20-литровую кастрюлю я приобрела у нас здесь уже в Чаплыгине, по-моему, 2000 отдавала. В общем, красота. Ни за что не променяю, если испортится этот смеситель с таким шлангом, обязательно куплю такой же. Так что вот сейчас наберется водичка, ставлю ее кипятить. Ну и дальше будем заливать нашу капустку. Друзья, пока вода закипает для капустки, решила показать вам, что я еще сделала. Помните, я вам говорила, что вот этой теперь уже декоративной сковородке нужна пара. Кстати, кто мне написал комментарий, как чугунную сковородку сделать рабочей, чтобы на ней ничего не пригорало? Ой, огромнейшее вам благодарю. У меня еще есть одна сковородка. Не знаю, чугунная она или нет. Я обязательно так попробую сделать. Этим видео я делилась в Одноклассниках. Там, короче, нужно покрыть сковородку льняным или ореховым маслом, тонким слоем, и продержать там, по-моему, час или сколько-то в разогретом духовом шкафу. И там образуется такая пленочка, и потом от чугунной сковородки просто все отлетает. Так что попробую. Ну вот, вот такую еще сделала я пару. У меня была вот такая, я не знаю, видите, вот такая рифленая емкость для хлебушка. Ну, в общем, она поржавела внутри и, ну, приняла непрезентабельный и уже непригодный для применения вид.
И я решила из нее сделать вот такую пару для вот этой сковородочки. Вот эти 7 мотивов у меня оставались от платья «Черная магия». Мы с вами вязали в платном МК. Если найду, оставлю ссылочку на это платье, что получилось. Ну и вот 7 мотивчиков оставались, и я начала их куда-то применять. Один вот здесь, вот вы помните, да? Кстати, вот этот органайзер, смотрите, куда перекочевал. Наша шпулька, маленькая самая кошечка, дочечка Маруськи, таскает у меня саше. Вот там лежит саше. И я вот так вот убрала на полочку в прихожей вот этот органайзер, чтобы она не растаскивала мне. В общем, один вот здесь мотив, один теперь уже на вот этой вот форме для выпекания. Ну, вы понимаете, покрасила просто краской Ататури Decision черного цвета. Внутри белый цвет, не помню уже какой краской, да и не важно. И приклеила, отгладила и приклеила потом вот этот оставшийся мотивчик. Вот здесь просверлила шуруповертом дырочки, продела туда шнурочек. И все, вуаля, украшение готово. Причем это рабочая штучка, в нее можно положить печеньки, допустим, и поставить на стол для угощения ваших гостей. Но согласитесь, очень-очень красиво сейчас в паре они смотрятся. Красота! Вот такая сейчас наша прихожая. Решила выйти на улицу, показать, что я уже покрыла короедом всю нашу пристройку, уже все стены. И как раз хочу рассказать вам о крыше, которая у нас текла зимой, если вы помните. Ну, сначала посмотрите, какой я здесь сделала настил. Нашла вот такую дверь, очень добротная она. Посмотрите, на каких петлях вот такие заклепки. Ну, здесь хозяин был плотник, я вам уже рассказывала. Это скорее дверь из сарая. Вот здесь я вычистила, отрыла вот этот фундамент. Он был закопан. И когда шел дождь, ну вот здесь вот уровень земли был, как вы понимаете. И все это капало и, в общем, попадало на стену. Все это пачкалось. Поэтому мне пришлось вырыть. Вот в уровень я сделала, как и вся часть этой стороны. И пока нет водоотливов, кстати, водоотливы мы тоже будем делать самостоятельно из пластиковых труб. Кому интересно, есть видео на канале, это дешево и сердито. Вот здесь вот будет водоотлив. Ну, в общем, давайте сейчас пройдем. Как же удобно по этому настилу сейчас идти. Прям классно. Вчера такое солнышко было. Прям так тепло. Прям даже жарко. Я как раз делала после обеда. После обеда здесь было солнце. Вот. Вот так вот сейчас отойду подальше. Вот так вот сейчас выглядит наша пристройка. И все-таки будем красить. Не грунтовкой, а будем, вернее, сначала грунтовкой, а потом будем красить фасадной краской с колером. Уже Лешек купил эту краску, привезет мне в конце сентября, как раз привезет еще зеркала, манекен, ну и все, что там еще осталось в московской квартире. Вот. Так что вот так красиво сейчас это выглядит. А теперь давайте расскажу про крышу, которая текла. Друзья, мы так и не нашли причину течи. Сверху, когда Лешек красил крышу дома, там никаких видимых причин для течи нет.
Значит, по нашим предположениям, это, скорее всего, сделана неправильно пароизоляция крыши. Может быть, там вместо специальной мембраны использовали пленку, которая пропускает, вернее, не отдает влагу из помещения. В общем, там образуется влага, которая выходит из помещения, и при морозе все это превращается в лед, а потом при оттепели начинается течь. Вот еще раз повторюсь, как нанимать вот таких вот шабашников. Я по-другому их не могу назвать. Очень сложно найти нормальных мастеров, которые сделают вам все правильно, все качественно, добросовестно. А в основном люди делают что? Сделали абы как, может быть, без знаний. Я думаю, что скорее всего без знаний. Может быть, сэкономили, потому что, ну как, выделяются деньги, как правило. Они едут, закупают, а излишки, естественно, куда? В себе, в кармашек, помимо еще и той оплаты за труд, в кавычках. Вот, там нужна нормальная пароизоляция, вы знаете, сначала идет пароизоляция, снизу гидроизоляция. В общем, это целая наука, ну как наука, это знание, которое необходимо знать, когда делаешь крышу, когда ее утепляешь, чтобы не было вот такого безобразия. В этом году нам некогда этим заниматься, посмотрим, что будет в зиму, как поведет себя крыша. Но если будет так же, а я думаю, что будет так же, ничего же не изменилось, то придется все это дело вскрывать и переделывать, пока не сгнили там балки, на которых держится крыша. Вот такие у нас дела. Сейчас покажу вам, как потихонечку пустеет огородик. Вот, капусточка убрана. Вчера, друзья, так я испугалась. Представляете, макушки капусты были прихвачены. Морозец был, я думаю, минус 2 точно. Был прихвачен перчик, но перчик отошел. Не стала я его срывать, а уже, наверное... Хотя, говорят, дальше тепло, будет-то тепло. Вот. Может быть, сегодня я закрою теплицу, опять вот здесь вот, вот это все боковые части закрою полиэтиленом, чтобы там поспели помидорки. Помидорок там очень-очень много. Вот это вот моя задача на сегодня. Ну и вот сейчас пройду, кое-какие помидоры побурели, их посрываю, и может быть еще кое-что закрою. Там еще и кабачки растут. Вот, видите? И вот кабачок. Не знаю, тыкву еще не буду срывать. Пусть полежат, пусть поспеют. И надо уже будет копать огородик. Морковки у меня сохранять нечего. Как вы помните, вот здесь было два ряда морковочки. Вся она пошла, очень много пошло в кабачковую икру. Там кило 700 идет. Вот здесь под помидорками у меня еще тут немножечко есть. Метр где-то морковки. И все. Тоже всю перетру и заморожу, чтобы у меня голова не болела. Как ее сохранить? Благо вовремя купила я большой морозильный ларь Бирюса. Вот. Ну ладно, пойдемте посмотрим, что там. Водичка, наверное, закипает, и буду продолжать заниматься с капустой. Вот, посмотрите, сколько капусты. Я еще ее не опускала в погреб. Это вот остатки помидор черри закрыла морс. Вот. И вот здесь тоже капустка. Я потом посчитаю, ну сколько здесь вот 3 трехлитровые, 4, значит 7 трехлитровых.
и одна 2-литровая. Да, друзья, вот эти банки я покупать больше не буду. Очень неудобные крышки. Тяжело закрыть. Вы мне там писали, что да, я с вами согласна. Как-то там надо приловчиться закрыть крышку. Из нее все сочится. Я не знаю, с 5-го или с 10-го раза у меня получалось закрывать. В общем, это не дело. А представьте, если это кипяток, если это не капуста, если вы вытаскиваете из стерилизации там банку, и она горячая, и вот так вот ее закрывать. Нет, это не дело. Капуста еще вот куда ни шло. Здесь аспирин, здесь уксус. Ну, как бы она не стерилизуется, так что это банки эти будут под вот такие вот дела. Помидоры с аспирином, капуста с аспирином, говорят, и огурчики с аспирином закрывают. Поделитесь, кто закрывал, как получается. Ну, в общем, банки эти я с такими крышками покупать больше не буду. Посмотрите на эту лепоту. Шпулька на солнышке греется. Ну, на эту морду посмотрите. А? Монька, балдеешь? Пуся, балдеешь? Кузьма в кресле там, в компьютерном спит. Друзья, аспирин я разминаю. Кладу таблетку вот в столовую ложку и чайной ложкой тру. То есть беру вот так ложечку и вот так силой в ложке тру. Очень удобно. Значит, на 3-литровую 2 таблетки, на 2-литровую я положу 1,5 таблетки, на 1,5-литровую 1 таблетку. Ну и вот здесь литровая, тоже, наверное, 0,5 таблеточки положу. Вот, уксус тоже, чайная ложка полная, прям с горой, на 3-литровую. На 2-литровую чуть-чуть не доливая, чтобы берега ложки были видны. Ну и на литровую, и на вот эти вот там совсем капушечку. Скоро закипит вода, потом покажу еще один очень важный моментик. У меня здесь такой красивый натюрморт. Стоит бутылочка, по-моему, итальянского вина. 1969 года. В общем, жду Лёшика. Скоро приедет Лёшик, совсем ненадолго. И, конечно же, мы это дело отметим. Ну вот, вода закипела. Сейчас буду заливать капусту. Вот такую лейку купила с носиком, очень удобная, в фикс прайсе. И вот эта штучка, друзья, тоже очень удобная. Вот эта воронка с широким горлышком. Сейчас зальем до плечиков. Все уже там, сахар, соль, уксус, таблеточка, 2. В общем, заливаем до плечиков. А теперь я беру вот такой нож. И вот так вот хорошо все это делать. Нужно хорошенько со всех сторон, прям вот, чтобы выпустить воздух до конца ножом, все стороны вот так вот проштудируйте. Вот, чтобы выпустить весь воздух. Потом и водичку нужно, естественно, подлить. Но воздух, вот видите, пузырьки. Выходит воздух. Мне одной рукой неудобно, но я думаю, что это понятно. В общем, получилось у меня 9 3-литровых банок, 5 2-литровых и по одной 1,5-литровая и литровая. Ой, ну такие крышечки красивые Лёшик купил. Ну вы посмотрите, прям произведение искусства. Посмотрите, какая красота. Обалдеть. Просто красиво. Все, друзья, на этой ноте я буду заканчивать сегодняшнее видео.
Я думаю, это будет самая вкусная зима в моей жизни, по крайней мере. Самая запасливая. Так что я надеюсь, перезимуем. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.